Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить God of War Ascension, то есть Восхождение. Мы находимся на змее. Нам нужно попасть в тот храм, который вы видите прямо перед собой. Это сделать не так просто, потому что в последнее время в этой игре начали серьезно стучать по голове. Мы по-прежнему разбираемся с двумя сестрицами Мегерами, каждая из которых на свой лад пытается извратить. Ну, то есть напакостить Кратосу, чего уж там говорить. Блин, вы заколебали, пока я разговариваю, я вечно отвлекаюсь и начинаю ловить. Вот. Ты посмотри, какие они противные. Хорошо, так вот, что мы тут делаем? Нам нужно... кто смотрел предыдущую серию, знает, что мы переключили один рубильник, подвели змею ко второму. Как бы странно это ни звучало. Сейчас мы, судя по всему, поднимемся к тем разъемам по новой. Так, ты там еще? Что-то она передумала, похоже. Да. Ладно, пойдем пока по своим делам. Пока что эти птички — это самые геморройные враги. Ой, а мы тем временем катимся. Хорошо улетел. Ракурс был смешной. Хотя я вроде как нажимал крестик. Так, ладно. Не, ну с фантазией тут, конечно, все, что надо. Размахнулись по полной программе. Просто скатимся в этот раз. Так, окей. Сейчас они прилетят и испортят мне жизнь. Если успеют, конечно. Отлично. Этому мы всегда рады. Запись в дневнике. Я пришел из земель фараона. Здесь так холодно. Но вернуться домой, не встретившись с ней... Это мой смертный приговор. Хорошо. Так, куда нам дальше? Скорее всего, направо, но я боюсь умереть, поэтому... нет, я был прав. Тут куда интересно. Видимо, в эту сторону. Нет. Хорошо. Ну, видимо, по этому пантусу тогда. Ну да, отлично. Так, потихоньку, помаленьку прибираемся. Мне, честно говоря, уже просто охота подняться наверх, потому что тут мы бродим уже продолжительное время. Я так понимаю, что вот с помощью этого кольца мы это и сделаем. Так, прыжок, цепь. Не слишком рано нажал прыжок. Чё-то я сегодня тороплюсь прям. Давай теперь все сделаем правильно, постараемся. Сначала нужно раскачаться. Раскачивайся, пожалуйста. Нет, говорит, не хочу. Ну и что? Видимо, так раскручивался. Необычно. Ух ты, прикольно. Лёд. Понятно, короче, почему я не мог зацепиться, потому что это было крайне стандартно. Блин, птички, вы просто геморройные. Так, нужно ее подцепить и погнали. Ой, да дохните уже. Не люблю таких монстров во всех играх. Что Dragon's Dogma, что здесь. Не люблю птичек, которые улетают и сверху показывают нам свои морды. Падает уже, елки-палки, что не так? Сколько уже мы его убьем? Ну, вроде как уехал. Фу, наконец-то. А что же с этой дверью? Как же нам ее открыть? Прикольно. Знаете, а может быть с помощью... так, сейчас выберем огонь Ареса.
помогло. Ну ладно, попробовать стоило. Отлично. Это, так понимаю, третья змея. И сейчас мы запустим этот механизм. Но по ней еще, конечно, придется полазить. Со змеями, конечно, круто придумали. Так, что мы делаем? Блин, что ж такое? Что ж вы мне не объясняете ничего? И что мне делать с этой стеной? Может, ее раздолбить нужно своими ударами? Что-то серия сегодня какая-то прям полна боли. Сколько мы уже раз умерли сначала? Возможно, это потому, что она пятая за сегодня, я уже подустал. Ну да, как-то так. Кабаны. Ненавижу кабанов. Так, давайте мы их подожжем. Хотя я уже только что использовался. Блин, прикольно. Вот эти новые способности с мечами. Это именно то, что надо. Куда прикольнее, на мой взгляд, чем... Ой, мы случайно прошли через стену. Офигенно. Я, конечно, плохо вижу, что там происходит, но вроде все нормально пока. Сравнительно. Все сжег к чертовой матери. Фу. Так, и нам, видимо, вон туда наверх. Да хватайся ты за нее. Так, ладно. Блин, да что ж происходит? Вы видите тут? Блин, они просто обиделись на меня, что ли? Какое-то мучение идет. Почему-то ничего мне не соглавили объяснить. Вот как мне сейчас прыгать? Он не раскачивается просто. Ох, просто так прыгнуть тоже нельзя, мы падаем. Поэтому я сейчас начну злиться. Так, ну получается, вот сейчас мы вешаемся на нее, но при этом наш герой почему-то не может раскачиваться в эти моменты. Вот я нажимаю во все кнопки, во все стороны вернее. И что? И мы упали. Ну и чё? Попробуем еще раз. Хорошо. Окей. Ну, как-то вот так. Вы не подумайте, мне очень нравится эта игра, но вот такие моменты, они в серии God of War, в принципе, всегда были. Не могу сказать, что они сильно ее портят, но они есть. От них, ну, никуда не деться. Потом идет вот такой вот эпичнейший момент с этим дом, и все, сразу забываешь про все недостатки. Еще в этой игре крутой саундтрек. Так, куда мне? Туда. Валим. А, что ж ты делаешь? То ли эта часть игры не отшлифована, то ли я уже в борщ, потому что я не могу вроде так часто ошибаться. А тут у нас просто смерть за смертью идет. Погнали. Так, хорошо, валим. Так, и теперь мы еще и катимся вниз. Ну, просто полный пипец.
Ну да. Так, сейчас упадем. Гончий. Ненавижу гончих. У них такой напряженный взгляд. По-моему, им нужно остыть. Фу, Бобик. Кстати, им щит неплохо нравится так. Так, спокойно, пора валить. Давай, давай, пора валить. Ой, это слишком. Давай, пошел. Вы уверены? Это как-то слишком опасно. Фу, ну, вроде нормально. Мне сцена, конечно, эпичнейшая. Пожалуй, все-таки молнии. Давай, иди сюда. Что? Так, спешу. Тихо, ребята, спокойно. Я с вами попрощаюсь пока. Ой, как это было опасно. Ну ладно. Давай, погнали. Приехали мы в итоге, так понимаю, куда нужно. Наконец-то. Я уж думал, мы заблудились. Все, все три готовы. И мы лезем наверх, я так понимаю. Не, ну вот от этих масштабов, конечно, просто офигеваешь поначалу. Ну и не только поначалу. Помните гиганты из третьего года Фуара? Когда он больше... У него палец раз, наверное, в 10 был больше, чем Кратос. И он между двумя пальцами пытался нас зажать. Битва была, собственно, та еще. Уф, тишина, можно передохнуть. Сейчас, я так понимаю, будет опять мясо. Потому что последний раз, когда мы сюда приходили, мы встретили Химеру. Бой был не самый сложный, но довольно приятный, потому что ностальгия, все дела. Так, пришли. Здесь мы уже были. Вроде бы ждать особо некого. Так, а что с той стороны? Еще ништяки. Круто. Да, блин. Что не так? Они уже типа открыты, что ли? Ну и шут с ними. Так, а это кто? На сей раз Оракул примет жертвы. Я знаю. Нет, 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 дары. Они нужны ей все. Этого должно хватить. Ну, супер. Нет! Помогите! Кто-нибудь помогите мне!
Да. Это посерьезнее химеры. Так, ну чё? Ненавижу летающих тварей. Ма. Серьезный товарищ. Что? Кровище все-таки льется? Так и надо. Так, это я поспешил. Не сказать, что больно страшно бьет. Просто нужно быть осторожным. Плохо. Так, мимо. Давай, родной, иди сюда. Ого, ты и так умеешь. Блин, меня... А может быть тебе огнем больше понравится? Да ты посмотри. Ну, в принципе, решаемо все. Так, какую сторону уклоняться, интересно? Явно не вниз. Давай, пошел вниз. Ох, теперь не улетишь никуда. Ну. И что ты будешь делать? Понятно. Спокойно, надо почаще блок нажимать. Не успел. Вот вас так не хватало. Окей. Ненавижу этих тварей. Мелочь пузатая. Так, давай. Да, блин. Что ж ты делаешь? Ой, ты посмотри. Блин, враги все серьезнее идут. Сука. Да, получи. Ох, это был душный босс, надо сказать. Даже не босс, скорее, а мини-босс. Но, как я на нем попотел. Скорее всего, я сделаю монтажик со смертями.
Ну, в принципе, все оказалось решаемо. Как обычно, стоило поднапрячься. Фу, такие, в общем, дела. В принципе, я бы сейчас, конечно, закончил, потому что я уже вымотан, это пятая серия за день. А для такой игры, как God of War, это много. Но сначала, я думаю, мы решим эту головоломку, пойдем в этот храм. Там уже посмотрим, что да как. Так, ну что, давай. Блин, этот босс, это просто пипец. Он, по сути, не сложный, но как-то именно вот сложно поймать момент, чтобы и от его удара отвернуться, и успеть еще стучать своих по голове. Не так это и просто. Ну, давай, работай, машина. Все, процесс пошел. Прикольно. Храм наконец-то выпущен из оков. Эпичные виды, конечно. Что-то есть ощущение, что нам в ближайшее время встретится много змей, потому что такая символика тут кругом. Ну или змеи подобных существ, как вы знаете, это в этой игре далеко не редкое явление. Ну и что, давайте на этом закончим. В следующей серии пойдем в этот храм, посмотрим, что же нас там ждет. Потому что мне нужно отдохнуть, уже глаз замыливается, поэтому многие удары я пропускаю. Эта серия была по большей части фейловой, состояла из смертей, но при этом было очень интересно. Крайне необычно они придумали с этими змеями, которые так или иначе запускают какие-либо процессы. Это, по-моему, было круто. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. Возьмемся за игру с новыми силами. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.